Приветище, это Satisfactory, и это моя гипертруба. Сегодня мы будем по ней летать. А еще пойдемте кое-что покажу. Я выяснил, что я вижу свои ноги. Ну, как бы, это не впервые. Смотри, что с ними происходит. Вроде бы все норм, да. Вот так вот поднимаемся. Смотри, смотри. А, черт, мои ноги сломались. Как это возможно? Смотри, что с ними происходит. Как они уворачиваются, смешно. Это вообще забавно. Такое ощущение, что их ломают просто. Да. Все дело в том, что вот эта штука у нас отключена сейчас, поскольку электричество переброшено на мой гиперлапс. И я тебе хочу здесь кое-что показать. Оказывается, я могу управлять гиперлапсом внутри. То есть я вот лечу, потом мне что-то надоело. Давай-ка обратно я полечу. Видал? А давай теперь в другую сторону. Вот я приостановился, сел на карты. Вот так вот там могу, как на горшочек сел, кататься. И оп. И давай вперед теперь. Я разгончик, и полетели. Короче, внутри этой трубы, оказывается, можно двигаться. Я этого не знал. Я думал, если тебя запульнуло вперед, то ты как патрон летишь вперед. Но оказывается, что нет. Я здесь с другой стороны тоже поставил сжигатель, чтобы у меня электричество было. Он, кстати, уже все сжег. Вот засранец. Ну, давай мы ему тогда закинем немножечко вот этого. Давай, сжигай. Короче, смотри. Когда мы с горочки летим, то мы летим намного шустрее. Все, полетели. Обычно я быстрее лечу. Ну вот, разгон набирается. И мы просто нереально быстро по этой трубе перемещаемся. В общем, ладно, хорош кататься. Сегодня нам нужно этот гиперлапс достроить, а потом заняться лифтом и еще другими всякими штуками. Значит, нам нужно труб, как можно больше труб. Также нам нужно будет открыть последнюю логистику третьего уровня. Ну, это хотя не последняя, но на данный момент она последняя. Значит, что нам здесь нужно? Цемент, трубы и... вот эти вот стальные балки. Пойдем посмотрим, сколько у меня стальных балок. В принципе, для открытия у меня все есть. Кроме балок. Балки. Сколько вы там наделались? Покажите мне. Балки, блин. Давайте приостановим как-то это все мероприятие, а? Я просто на паузу здесь поставлю. И все, пускай балки у нас копятся. Кстати, в комментариях мне говорили, чтобы я закинул в утилизатор билетик. Я сейчас это попробую сделать. И поговаривают, что если я это сделаю, то я получу кибертрак. Или какую-то другую штуку, или ачивку, не знаю. Сейчас мы это попытаемся выяснить. Мне, если честно, самому дико интересно, как это будет выглядеть. Вот три билетика, но мне... О-о-о-о-о. Вот они, три штуки покатились. Ладно, их буду сопровождать, эти два я заберу. Достаточно будет одного. Билетик направляется прямиком в жерло утилизатора. И сейчас посмотрим, что произойдет. Переработает ли он его... Опа! Киберпанк теперь, о-хо-хо, действительно, корпорация Fixit, мы всему найдем применение. В качестве награды за ваш творческий подход к работе мне разрешили вручить вам подарок. Вы найдете его в чудо-магазине. Давай посмотрим, что это, где же, наверное, это нужно, стены, фундаменты. Я еще чашечку кофе хочу здесь купить, транспорт, во, кибертрак, реально, прикинь, спасибо за коммент, ребята, кто писал, очень благодарен вам. Но 20 билетиков, это, конечно, капец как мощно. Если кто не понял, это киберпикап Теслы, Илона Маска. Ну а теперь со счастливой рожей, счастливой, потому что у нас теперь есть кибертрак. Отправляемся продолжать делать наш гиперлапс. Трубы на этом гиперлапсе кончаются просто нереально быстро. Бегу за новой партией. А сейчас мы проверим, как быстро я на своей пятой точке съезжаю с горки. И достаточно быстро, слушай. Наверное... по скорости соизмеримо в половину скорости этих труб. Все-таки по трубам я даже вверх перемещаюсь намного шустрее. А вниз да и подано. Как? Я не хотел запрыгивать. Подождите, засосало. Труба чисто моего. Я не хотел никуда. Ну что, мы на финишной прямой. Гиперлапс у нас достроен. Это великолепие. Мое произведение просто самое лучшее, что я придумал. На самом деле, огромное-огромное спасибо всем тем, кто придумал этот гиперлапс. Он реально упрощает жизнь заблудшим душам, которые случайным образом попали на инопланетную планету и строят завод. Теперь нам нужно здесь сделать вход. Вот так вот его зацепить. Ага, у меня катушка кончилась. Медная. Или ротор. А, ротор нам нужен. Надо возвращаться. А возвращаться я буду следующим образом. Смотри, что я придумал. На конвейер запрыгиваешь, так бежишь. Потом хопа, на жопу. Прыгаешь, снова катишься, прыгаешь. И снова катишься. И так до бесконечности. И так намного шустрее. Вообще намного. Смотри, дело в том, что когда я вскакиваю и прыгаю, я с наката прыгаю очень далеко. И это круто.
Если бы я просто бежал и прыгал, то это фигня какая-то получается. Даже вот на таких дистанциях, смотри, на прямых довольно. Казалось бы, я могу бесконечно просто катиться и далеко прыгать. Это тебе лайфхак от меня. Юзай. Главное, не переборщивай. Вот сейчас смотри, смотри. Опа! И пятую точку повредил. Но лучше всего, конечно же, мототележка. Она еще шустрее. Сейчас кубарем покачусь. Let's go. Почему это я развернулся? Подожди. Теперь, кстати, я на этой мототележке могу тут гонять как бес, потому что я не вылечу. У меня и слева, и справа есть импровизированный забор. Слева, конечно, понадежнее. Там огроменная высокая труба. Итак, разгончик и летим. Ю-ху, трамплитус. Мемпитус. Что-то я на римском, по-моему, заговорил. Прибыли. Но поскольку мы здесь, я все материалы собрал. То, что накопилось. И сейчас мы отправим дрон. Вот, отлично. Поехали. И что это будет? Логистика уровня 3. Что там нам откроется? Покажите. Минюточку. Подождите, покажите, что там откроется. Анна, заткнись. Накопитель электроэнергии. Потом промышленный складской контейнер двухъярусный, конвейер лента третьего уровня, конвейер лифт третьего уровня и наращиваемая опора трубопровод. Ничего интересного, все скукота. Итак, я прибыл. Значит, нам нужен вход. Вот он, пожалуйста. И теперь подключить его нужно к электричеству. А подключим его вот от этой сети. Все, трубопровод у нас завершен. Шикарно. Пойдем посмотрим здесь, что можно сделать с электричеством. Ой, ягодки. Ягодки — это классно. Дело в том, что я хочу еще один генератор сюда воткнуть. Пойдем посмотрим, что у нас с насосом водяным. Он справляется? А ему вообще норм, смотри. Он чуть-чуть подкачивает, и турбина останавливается. Вообще на чили тут. Так, значит, разветвление у нас здесь одно есть. Хм-хм-хм. Значит, мне выгоднее было бы сюда куда-то воткнуть генератор. Вот это мы сейчас срежем. Где моя там бензопила? Пилим дерево. Четко. И генератор втыкаем сюда, значит. О, накопитель энергии. Но он нам нафиг не сдался пока. Генератор есть. Теперь надо подвести к нему уголь. Благо у нас тут стоит разветвелитель. Мы просто делаем хоп. А, нет, так не прокатит. А почему не прокатит? Что нам мешает? А, понятно. Нам просто этот участок нужно сделать повыше. А можно и не выше, можно просто обогнуть все это дело. Вот таким макаром. И все четенько у нас. Ага. Все, значит, уголь и сюда будет поступать. Короче, у меня закончились медные листы. Мне их нужно срочно сделать, чтобы проложить трубопровод медный. Ладно, воспользуемся нашим гиперлапсом. Погнали. Посмотрим, за сколько я долечу обратно. Набираем разгончика. И я накладываю ему узло, и мы летим. Это было быстро. Нереально быстро оттуда спускаться по этим гиперлапсам. Поднимается, конечно, в два раза медленнее, но это того стоит. Знаешь, что я еще хочу купить? Я хочу купить вот эту штуку, которая называется кружечка. Буду как настоящий биг босс. Вот, купить и заказать. Чертеж приобретен. В смысле, какой чертеж? Вы что? Вы что? А, ну вот, я, в принципе, забрал ее прямо с магазина. Это круто. Я думал, ее еще чертить надо, мастерить, в смысле. Так, кружечка. Покажите мне ее. Кружка. Вот она. С кофейком. А, хорошо, какая красота. Там вон, смотри. Еще кофе плескается. Или это каково? Оно какое-то желеобразное, ты глянь. Что это за какулина у меня там плавает? Это желе, что ли? Только окрашенное в коричневый цвет. Вон та вот штука в коричневом цвете. Фу. Значит, ладно. Я вроде бы все взял. Возвращаемся обратно. Посмотрим, как я смогу попить кофе в своем гиперлапсе. За ваше здоровье. О, да. Let's go. Блин, в трубе, оказывается, нельзя пить кофе. Это как, знаешь, ты в автобус заходишь и говорят, без мороженого, пожалуйста, без всяких соков и напитков. Ты прикинь, что кофе-то, оказывается, кончается. Вот я еще пью. Почему у меня написано кружка и там 3 из 4? Как это понять? А, все понял.
Это третий предмет из четырех в моих руках. То есть, если я переключаюсь, то это второй из четырех. Все ясно. Продолжаем строительство моего трубопровода для подачи воды. Вода, вода, вода. Тут у нас что с генератором? Он пока не кончился. Так, подождите. 7 угля, это плохо. Надо разделить, закину сюда уголь. Смотрим, что тут. Тут 20, тоже закинем на всякий пожарный. Прокладываем трубу и срочно, просто срочно бежим. А, тут никак. Надо вот так вот сделать. Бежим искать слизняков для ускорения модулей. Все, подача воды у нас имеется. Надо что сделать? Надо сейчас закрыть весь трубопровод. Вот так вот. Слить воду. Здесь тоже слилось, ага. И сейчас вода по-новому наберется. И должно быть все хорошо. А я бегу искать слизняков. Где моя поисковая штучка? Штучка-дрючка. Слизняков мне, пожалуйста, найдите. Слизняков. Здесь есть где-нибудь рядышком? Навесные грибы, смотри. Привет, приятель, привет. Не подходи, у меня кофе, если что, горячий. Я тебя могу облить. А может, ты остановишься, я в тебя пульну? Давай на меня беги. Беги, беги, беги. На тебе. Опа-на. Я пока свой меч достану. Тебе уже и так хана будет. Хо-хо-хо. Сейчас, я хотел вообще залетающим грибом. Мне нравится эта разновидность грибов. И тут еще где-то ягодки были. Так, нужно еще меч сюда воткнуть вместо кофе. Все-таки, нет, кофе вместо бензопилы. Вот, продолжаем поиски слизняков. А где, кстати, ягодку я видел? Ягодка, ты где? Вот она, ягодка. Не так уж и далеко мы от нее ушли. Слизняки, вот. Я наткнулся на слизняка, он где-то здесь рядышком, тут еще орехи. Пока дойду, нахомячу всякой фигни. Так, неужели он тоже под камнем тут спрятан, а? Там дрон сломанный. А, слизнюк в вонючей вот этой теме. Подожди, а вот это что, это известняк? Ресурс? Да, это медная руда? Да ладно, почему мне раньше ее не показывали? Вот это я и не знал, что она тут имеется. Так, слизнюк, как до тебя дойти? Слизнюк где-то вот здесь под нами. Можно тут спуститься аккуратненько? Короче, нашел какую-то пещерку, там вроде как слизняк. Еще какая-то... А-а-а, я сдох. Тут, короче, неубиваемый вот этот кабан. Вообще без полезняк что-то с ним делать? Я не знаю, как я буду от него отбиваться. Но там еще и сфера какая-то инопланетная. И слизняк, но туда по-любому надо добраться. Я этого дикого кабана и лупил электрошоком. И стрелял в него арматурой. Ему вообще хоть бы хны. Ну что делаем, ставочки? Смогу ли я забрать свое сокровище? Свои потерянные вещички? И не так... Спокойненько, спокойненько. Оббегаем, хватаем, бежим, бежим на всех топулях. Мычим просто не знаю как что. Фиолетовый, ёкарный, это фиолетовый. Надо взять. А, блин, тут еще один. Чё ж их так много-то? Где моя вот эта штука? Я вооружен и опасен. Ой, он снова, это не вид... как это назвать-то правильно? Шаровая огнева. Знаешь, шаровые молнии, которые сами по себе летают, вот тут огнево шаровое какое-то. Так, попробуем еще разок надрать тебе зад. Ой, больно. Давай ты просто убежишь и все, и на тебе. Ну, вероятно, что я сдохну, тут кто-то еще. Ой, все, бежим отсюда. Бежим, просто наваливаем. Я еду. Мой ключик заводной болтается. Оп. Надо поесть, наверное, да? Так, тихо, не пуляйте в меня. У меня есть что пожрать? Кажется, есть. Кофе есть, грибочки есть. О, у меня сегодня пикник над открытым небом. И с паленой жопкой. Все, я вооружился. Я зарядился. Пойдем раздавать люля, кебаб. Ну что, ты первый будешь, да? А, кажется, я первый буду. Давай будем издалека тебя мочить. Арматурой раздавать. Нифига ж себе, нифига себе. Это как будто Вьетнам, блин. Выкусил арматурки, да? Вот и мне тоже неприятно. Промахнулся. На тебе. Готов. Готов. Круто. Еще один где-то должен тут бегать. Вот он. Засранец с тыла зашел. Капец. Я с твоим братишкой разобрался и с тобой разберусь. Что думаешь? Я засцу... Ай, я засал, я передумал, я скатываюсь, нафиг, у меня 3 хпшечки осталось. Все, я бегу. О, грибы, это надо. Грибочек забираем, вот тут в кустиках садимся и пердим. Так, спокойненько, не переживай. Сейчас отъедимся.
Орешками закусим. Ты где? Вася, выходи. Выходи. Значит, только арматурный пистолет нас спасает. Тут, кстати, вот мяско валяется. А где второй? Я что, укокошил второго, что ли? Два куска мяса валялось. Фух, слава богу. Я их двоих сделал. Фиолетовая моя награда. Все фиолетовые мои сопли. Только до них добраться надо. Сейчас. Сейчас я сделаю вот так. Хопана. Да. Надо возвращаться обратно, потому что у меня скоро завод там сдохнет. Там угля мало добывается. И еще надо забрать инопланетную штучку. Деталюшку. А, вон она, этот кабан. Который охраняет инопланетную штучку, которая вон там. Вон. А до нее фиг, по-моему, доберешься. На тебе, попец. Получил, толстый. Мимо. Где ты? Он сюда куда-то загасился или туда? А вот он. На тебе. Две арматурины. А ему пофиг. А ему насратюшки. Ну, как ты видишь, тут бесполезняк. В стенку какой-то уперся. Бесполезняк, с ним вообще разбираться. О, слег! Арматура эта вещь. Вот она, сферка. А, это даже не сфера. Петлевик. Ну, заберем. И мяско тоже заберем. Отлично. Все, возвращаемся. Итак, делаем, значит... я не изучил еще же фиолетового слизняка, чтобы сделать тройной модуль. Ну что ж такое-то? Пойдем тогда бродить и искать обычных слизняков. Блин, тут все слизняки в камнях почему-то, а? О, гляди, гляди, на кого наткнулся, желтый слизняк. Но почему-то... Почему-то у меня датчик сдох. О, привет. На нем почему-то плохо... О, ближе подходишь, и все работает. А, до этого не пищал. Ну чё, братиш? Давай один на один. Ой, что-то я не то, я... Он ушел. Ну ладно, я просто заберу. Он пошел водички, видимо, попить. Ну и хорошо. Меньше жестокости. Это тоже классно. Готово! Два энергомодуля. Пихаем их вот сюда. Сейчас я посмотрю, что по воде у нас там. Да что ж такое-то, не запрыгнуть, как коротышка какой-то прыгаю. Что у нас здесь по воде полно? Воды полно. Это хорошо. Значит, сюда втыкаем энергомодули. Да не сюда, не в трубу. Не надо энергомодули в трубу толкать. Вот, разгоняем. Уголь добывается, сразу распределяется. Можно конвейер ускорить. Нам это очень важно, чтобы быстрее поставлялись материалы до наших генераторов. Ну что, поскольку у нас этот генератор уже запущен и работает, можно его энергию перенаправить, ну, например, вот сюда. Вот. Давай посмотрим, сколько у нас максималочки теперь тут. 361 мегаватт. Я бы, конечно, еще разогнал бы наш угольный генератор, но модулей пока больше нет. Мам! Мама! Расскажи мне, что делать с этим с фиолетовым слизняком. Каркасов не хватает. Сейчас будет. Я их, кажется, сюда закинул, парочку каркасиков, да? И сейчас мы изучим, наконец-то, что же мы сможем делать из фиолетового слизняка. Ну, конечно же, энергомодули, но в каком количестве? Надеюсь, что в трех, а лучше в четырех. Так, изучили. Фиолетовый энергослизень. Целых 5 модулей с одного слизняка? Нифига себе, он жесткий. Ладно, пойдем, короче, задачу выберем. Я еще хотел сюда подтащить, конечно, конвейеры, но с конвейерами что-то какая-то борода. Закидываем, получается, сюда вот эту штуку. И пойдем настраивать наши ассамблеры. Значит, самое простое, поскольку сюда у нас сейчас поступают балки, пускай они поступают, но производство у нас будет перенастроено на универсальный каркас. Ему тоже нужны эти балки и модульные каркасы. Модульные каркасы мы откуда сможем получить? Например, здесь мы сможем модульный каркас получить? Не сможем, потому что на этом ассамблере производится усиленная железная пластина. Вот так вот, да? Походу придется делать третий этаж и кучу ассамблеров. А может быть, не заморачиваться и все-таки сделать умную обшивку здесь, как и раньше было? Включаем ассамблер, и он должен нам производить умную обшивку. Учитывая, что у нас роторов в достатке, давай делай. Так, ну и эту умную обшивку нам теперь нужно, чтобы поставляли напрямую вон туда. Я думаю, что мы сделаем следующее. Оттуда конвейер идет вот сюда. Вроде как позволяет. Ну а до лифта тут вообще фигня. И загоняем его прямиком в лифт. Вот в эту ячеечку. Готово.
Теперь все будет автоматически поступать сюда, касаемо наших умных обшивок. А что касается универсального каркаса и автопроводки, надо будет сейчас обмозговать все это дело. Ну что могу сказать, нам нужно больше электричества, сколько у нас сейчас потребление идет. У нас больше максимум потребления идет, поэтому нам нужно искать энергослизняков. Пойдем это делать. Энергослизнячки, и нам нужно еще два. Нашел одного, вон он красавчик там загорает. Сейчас только доплыть до него надо и взобраться. Все, я наверху, я залез. Берем, значит, а знаешь что? Я арматурой, кстати, не пробовал по яйцам стрелять. Что, если я это сделаю? Они... О! Блин, ну я думал, что я их сразу бахну, и все, я не буду с ними сражаться, но так не вышло. Так, 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 моя меткость. Моя меткость. Есть. А им прокачан. Блин, промахнулся. Да, а имелся. Готов. Там еще парочку есть. Ой, вниз не пойду. Нам только наверх. Только наверх. Готово. Сейчас залезем. Привет, ребят. Как дела? Как жизнь? Смотри, что есть. Ой, да, вот так вот, конечно, их круче лупасть. С одной пушки просто выношу. Слизнюк мой. Что-нибудь рядышком еще есть? Сигнал пропал. Давай спустимся. Ой, прям сюда спустился, прям на этих чертят. Ну ничего, благо у меня отличный электрошокер. Ох, что они сделали, чтобы добыть этих слизнюков? А самое главное, куда они только не взберутся. Я вообще не представляю, как они вот могут забраться вот на такую вершину, высоко-высоко. Я, конечно, понимаю, что, возможно, они по стенкам умеют ползать, как Спайдермен. Но они же такие медленные, как улитки. Так, мы где-то наверху. Я взобрался. По крайней мере, здесь нет никаких опасных... А, нет, есть. Я ошибся. Привет. Блин, призряточка. Откуда же вы тут беретесь-то наверху? Вы ж не горные козлы. Че ты тут лазишь? А? Мне-то понятно, что. Мне слизняк нужен. А ты тут... О, вот это вот... О, кстати, я их, по-моему, хотел тогда в прошлый раз спилить. И я сейчас это попробую сделать. Ой. Ой, 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 ой. Ну, отстаньте от меня. Пошли все в пекло. Где? Где еще один? Ой, они тут все вылупились. Нафиг. Их тут огромная куча. Это минное поле какое-то. Значит, я хотел срезать вот эту штуку. Где моя бензопила? Сейчас я это попробую сделать. Можно, прикинь. Давай, пились. Что, добудем? Древесина, мицель, известняк, листва. Ну, понятно, ничего необычного. Если мы пойдем туда, там слизняк. Есть туда, там тоже слизняк. Только в эту сторону не показывает. Но я-то знаю, что он там есть. Я его видел. Видел, видел, видел. Эть, не допрыгнул. Сделаем вот так. Ну-ка. Ой, 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 ой. Кажется, я ошибся немножечко. Но я же видел здесь слизняка. Он где-то тут был. Где-то вот здесь. Ой, вот там охраняет. Нифига себе. Привет. Ты упадешь в пропасть? Куда-то побежал. А я вот прыгну через пропасть. Пойду слизняка посмотрю. Он же тут должен быть. Я его видел. Вот он. А че, кстати, не показывает мой датчик тогда его? А? Че за фигня? Че за параша какая-то? У меня датчик, что ли, сломался? Сейчас я его еще раз попробую включить. Давай, показывай, где слизняки. Во, заработал. Ну, конечно, когда я сам лично увидел своими глазенками. Значит, забираем. И пойдем в другую сторону сбегаем. Вон там еще где-то слизняк. Я хочу посмотреть, что вот здесь у нас. В дроне разбитом. Но прежде чем я это сделаю, надо разобраться вот с этими чудиками. Мухичи! Мухич! Нате. Тебе тоже. И тебе тоже. Все, раскидал. Забираем, значит, пластину. Вот эта фигня. Нифига себе. Да тут богатенько. Что внутри? Чтобы открыть, нужно древесину. О, так у меня есть древесина, давай. Жесткий диск забираем. Вроде все. А, нет, смотри-ка, еще есть болтики. Ну, прилично тут материал на самом деле валялось. Ладно, пойдем искать другого слизняка. Показывает, что куда-то туда. Я, наверное, спущусь лучше. А, подожди, а если на дерево вот это прыгнуть, что будет? Ничего. Я думал, пружинить буду. Идем в пещеру, короче. Сейчас мне как там жопец надерут.
Ух. А, так вон он. А почему опять у меня искатель не работает? Что за фигня? Эй. Ладно. О, начал. Начал работать. Можно, кстати, еще выше туда взобраться. Че это такое? Фу-фу-фу, противные вот эти штуки. Ой, да их тут несколько. Ладно, перезарядочка. Давай по одному. Готов. Ну что ты, давай. Промахнулся. Ай, блин. Вечно все путаю. С другой стороны нету. На тебе. А третий куда-то убежал. Не вижу его. Забираем слизняка. Решил, короче, подняться наверх, посмотреть, что там. Может, еще слизняка найду. У меня, кстати, уже 3 штуки их в кармане. Ух ты. Ух ты. Водопадик. Меня, интересно, не снесет течением, если я здесь пройду? Нет, не снесет. Что-то как-то очень медленно мое строительство завода перешло в приключения. Хожу тут, брожу по какому-то лесу, слизняков собираю. Кстати, прикольная тут атмосферка. Очень красиво. Сейчас какая-нибудь рыбеха выпрыгнет. Как кусь сделает мне? Что у нас здесь есть? Например, слизняк какой-нибудь в лесу затаить. О, фиолетовый ништяк 5. Энергомодулей сразу будет. Надеюсь, его никто не охраняет. Здесь, надеюсь, никого нету. Уровень радиации. Да блин! Хорошо. Давай подкрепимся. И попробуем достать. Хотя, что-то я как-то сомневаюсь, что я успею его забрать. Давай посмотрим, как быстро радиация убивает меня. Но пока... Пока держусь. Нанесенный урон. Черт, здесь кто-то есть. Какая-то... Да убери ты строительные всякие штуки. Нифига себе, они здоровые. А что они такие большие-то? Их радиация вскормила здесь. Капец, стрёмно. Чего они такие здоровые? Да достань ты. Мама мия. Он больнючи бьет. Я убегаю отсюда, я убегаю. Я запутался. Ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай. Капец, откуда таких вырастили-то, а? Как стрёмно-то. Фух, мухомор. Чё, ты вылезешь сюда? Один на один. Он... Ты чё, брызгаться умеешь, что ли? Ну да, он чем-то брызгает. Ой-ой-ой-ой-ой, нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет, нафиг, нафиг тебя! В пекло! Он упал? И вон еще один бежит. Фух, а чё ты такой большой-то? Да, он, кажется, упал. Вот это вот мне еще не хватало, здесь я сдох, прикинь. Черт, нет, куда мое тело? Нет, только не то. А вот. Куда я упал? Так, понятно. Понятно, что нифига не понятно. Сюда, походу, еще и жучара упадет. Ладно. Я думаю, что я сюда добегу сейчас. Я снова в этой долбанной пещере. Я, конечно, могу попробовать. У меня 35 орехов. Попробовать добраться до этого слизняка снова. В надежде на то, что тут больше нет этих. Насекомых огроменных. Но если он тут есть, то мне кабзда. Так. Я слышу, что кто-то тут бродит. Давай забираем. Но я, кажется, всех обдурил. Фух. Фух-фух-фух. Уходим отсюда. Уходим. Так, куда я бежал тогда? Кажется, вон в ту сторону. Вон он. Вон он трется. Сейчас мы его обдурим. Оп. Получилось. Кажется, я сюда потом бежал. Потом, да, вот сюда прыгнул. И теперь мне нужно как-то вниз спуститься. Как-то вниз вон туда влез. Фух. Ладно, попробую это сделать. Почему я парашют не взял с собой, а? Тихонечко. Аккуратненько. Главное не убиться. Надо было парашют делать. Черт, ну ладно, прыгаем. Хоп. Ой, да тут совсем не больно. А вот тут может быть больно. Потому что падать капец как высоко. Давай по стеночке попробуем соскользнуть. Ой-ой-ой-ой-ой. О, нормально, я выжил. И где тут мое тело? Тело. Он куда-то сюда вот прям упал. Где-то здесь ящик валился. Я же знаю, я же чувствую. Так, я думаю, чтобы мне было проще, надо здесь с бензопилой было прибежать и выпили здесь все. Во, нашел, в траве спрятанный. Ух, слава богу, все забрал. Да, и слизняка. О, круто, все, возвращаемся домой. Я боец. Холодец. Нифига себе, тут как высоко. Смотри, там слизняк, он еще есть. Че, прыгнем?
О, нет, тут слишком высоко. А, знаешь что? Если я упаду на тачке, то, в принципе, мне ничего не должно быть. Со мной ничего не должно случиться. Сейчас проверим. Давай, погнали. От винта, как говорится, полетели. Но если я расшибусь, это будет печальная печаль. Оба-на! Вот это я понимаю. Классно тебя придумал. А по воде ты умеешь ездить? Конечно, умеет. Интересно, здоровяка собью? Ну-ка. Сбил? Нет? Не сбил. Слишком мелкая тачка. Ну что ж, эта серия была посвящена в основном моему брождению и малому количеству строительства. Но я думаю, что тебе понравилось, особенно то, как я убегал от радиоактивного жука, которого я очень боялся. Я вообще, в принципе, боюсь вот таких вот ужасных, огроменных жучар. Поэтому, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.